представитель организации «Солидарность» Иосиф Георгиевич Каковский. Мы с вами очень привыкли к тому, чтобы защищать надо меньшинство. Какой смысл защищать большинство? Оно само себя защищает. Вот я сегодня поднялся сюда, чтобы выступить в защиту большинства. Мы справедливо говорим о том, что нужно защищать религиозные права людей, что нужно отстаивать равенство религии. Да, именно так. Но мне кажется, что в первую очередь люди делятся на верующих и неверующих. Вот мне сильно кажется, что верующие вовсе не составляют меньшинства. Между тем, это большинство, нуждающееся в защите. Нам говорят об оскорблении религиозных чувств. Плохо оскорблять чужие религиозные чувства. Я хочу спросить, а у неверующих могут быть чувства, которые оскорбляют? Нам говорят, что карикатуры на пророка Мухаммеда в датской газете оскорбляют чувства верующих в Багдаде. Я хочу спросить, а минарет с полумесяцем не оскорбляет чувств неверующих в том же Багдаде? В том же Багдаде можно быть, позволить себе говорить о том, что ты неверующий? Нам говорят об оскорблении чувств православных, христиан и так далее. Я хочу сказать, а крест и сияющие купола имеют какое-нибудь отношение к чувствам неверных? Я готов всей душой не оскорбляться по этому поводу. Церковь – дело верующих. И крест на священник не переступает порога учебного органов власти. Потому что мы живем в светском государстве, и светский характер нашего государства – одна из тех немногих ценностей, которые мы обязаны защищать. Мы их обязаны защищать в том числе и потому, что только светское государство способно обеспечить равноправие религии.